Че-нибудь баним? Да вообще пофиг, пусть пикают, что хотят. Все переиграем, все уничтожим. Так, и что происходит? У нас четверка Тимбер, я понял. Классно играем. Ладно, и так сойдет. Так, еще одна музыка. Врубаю. Что бы взять? На чем бы пораскатывать? Есть идеи в чате? Снайпер. Кстати, герой приятный для снайпа, это правда. И позиция вроде есть, три толстяка. Ну, снайпер через рапиры получается. Ой, снайпер через рапиры, поехали. Темпларка, кстати, неприятно под рефракшн. Все остальные приятные, супер. Че, кряковку берем? Поехали, плюс 20 урона на халяву. Травман вылет на снайпере, да, 66%. Ребят, если что, я на снайпере с рапирами 3 подряд проиграл. Я в каждый тащил как бешеный, у меня было 20-0, но я 3 проиграл. Потому что команда просто вот на снайпере, знаете, какая-то аура луза, как будто бы. И что это самое? Ну посмотрим, конечно. Может, в этой пободрее будет. Так, профессионально блочим максимально. 66% не подводим. Она с молдом. Че, мне вард не сняли? Нет. Аппарата чуть не убили, ничего себе. Ханда рапира, конечно, конечно, ребят. Конечно, ханда, конечно, рапира. Че, бабка, я слышал, сейчас самый жесткий мидер вообще. Самый метовый, самый сильный. Что, мы это как бы в голове держим, хотел учитывая. Быстрый аркан и дискорд. Трать скиллами. Так, один крип пока. Второй пошел. Задоджил первый его изи. Пошел раздамаг. Оп, оп. Опять задоджил на скилле. Он просто ничего не может на бабке. Он в шоке. Динай, переигран. Спасибо, Сахин, за 150. Спасибо за мудочку. Наступающим тебе. Что-то рубить надо было. Что так легко-то? Сложно будет сегодня, нет, на центре? На центральном коридоре сложность запрашиваю. Офигеть, сколько у тебя урона с руки там? А, у него на 10 больше, чем у меня, я понял. Честный герой. Динай, потому что у него ботл будет. Качаемся по жести просто. Друзья, Новый год. Это время чудес и праздников. Я в честь Нового года бахаю бешеный абсолютно розыгрыш. Вот он у вас перед глазами, 100 призов, и первое место поедет в Дубай на Бэдбум дачу по доте, которая будет в феврале. Оплачиваем перелет, оплачиваем проживание, организовываем, собственно, посещение этой Бэдбум дачи на последние дни турнира финальные. Ссылочка на розыгрыш в описании есть, есть QR-кодом. Сканируйте все, что надо сделать, зафоловиться на телегу, соответственно, нажать кнопку приз мой, и все, вы в деле. Второе, пятое места. Мы с вами сходим в компьютерный клуб, пойдем затусим, пати в пятером зарегаем, покатаем каточки, пообщаемся, поснимаем видосики. Еще 25 призовых мест, это плюшевые киты с моим автографом личным, да, такой сувенирчик, и ключи, и Dota Plus. Короче, бешеный розыгрыш, ребята, все, что надо, зафоловиться на телегу.
И вполне вероятно, именно ты можешь полететь в Дубай к проигрокам. И ко мне. И стрей там будет. Да вообще, короче, бешеная дота туса, если любишь, must have, мне кажется. Все, ссылка есть, QR-код есть. Жду. Просто стоим, я не знаю. Идеально, ребята. Идеальный пока геймплей. Переигрываем в каждом микромоменте, который есть в этой игре. Каждый крип добит. Вы это видите вообще, что? Я в ударе. Да, я в форме. Ну, целый день такой сегодня у нас. А толку? Все равно лузы. Опять дисконнект у меня в команде, понял, хорошо, идем. Навалял немножечко. Чё на бабки, какие планы вообще? Играть будем сегодня? Давай эту пулю берем. Линию под собой выставляем. Че, первый максимум, чтобы фармить, правильно? Звук лагает. В таком случае, ребятки, обновите трансляцию, если на ютубе звук лагает. Просто F5 нажмите, должно помочь. Го, я тоже похарасим. Офигеть. Ну вот, пошло-поехало, ребятки. Пожалуйста. Приходит в мид противнику, начинаются абузы ботла. Полный ассистенс. Вот тебе и поиграли раз на раз дуэль, да? Я понял. Центральный коридор. Как говорится, ты можешь быть бесконечно скиллован, но какой в этом толк, если у противника саппорт прилетает? Правильно, никакого. Че, я на базу схожу, ладно. А че так больно? Ой, я нафиг, а есть скролка мне на... Вот. Хочется задеху куда-то прийти. Подразмотать пацанов. Зафорсил, пойдет. Нормально, нормально. Заставил тэпнуться, минус 2 оформил. Но не обязан убивать темпларку уже, правильно? Правильно я говорю? Или нет? Неправильно. Ладно, я понял. Поехали в молнии, ребята, надо выкачиваться. Вижу, сейчас хотим не крипы зафармят. Плюс бабличка еще. 128, нормально. Hello, hello. Блин, треки просто детство.
Мощнейшие композиции играют. А, это джавелин, кстати, больно было в этот раз. Надо стакать начинать себе. Как ты меня видишь и как так далеко стреляешь? Я ничего не понял. Как, если вард снят? Не понял. Регенка неприятно. Лихой выстрел. Да. Че ты хочешь? Ты пятый уровень. Как мы вообще его убивать должны в тюрьме? Вижу цель. Ну если бы к нему не пришли, короче, в тот раз. Он бы вообще не камбэкнул никогда. На своей бабусе. Это мне пригодится. Подвыбил спарк, берем. А хуй ТП, они фуловые. Прикиньте, я обнажал сейчас слепую ТП-бот. И в топе фуловые противники. Я в шоке просто. Он стаки идет забирать. Это стрим-снайпер. Это стрим-снайпер на бабке. Вы прикиньте, он просто пошел стаки забирать мои. Сейчас репорт ему накинем. Патруль разберется. Спасибо, что улучшаете сообщество, пожалуйста. Охота началась. Ну, бля, мы просто, понимаешь, бот въебали, и я сейчас слаб. Хорошему мне бы качаться. У нас из сильных героев только теперь снайпер. Какой же огромный этот... Войдапыта нет на 11-й. Так он с маской играет, и Орбов Корожен. Что он вообще купил? Вы понимаете, он говорит, у меня нет ТП. Ой, этот, ПТ на 11-й минуте. Вы видите, что он купил вообще на войде? Это же вообще... Это даже... Что? Какой Орбов и Корожен? Он даже не минус арморит теперь. Он же даже не минус арморит. Это же актер. Он же не настоящий. Уменьшает лечение противника. Против Магнуса это взял, серьезно? Уменьшил лечение Магнусу? Это что, прикол такой? Офигеть не стать. Я говорю, на снайпере проклятая какая-то этот геймплей. Пойдем, мужики, пойдем, пойдем, пойдем. Надо что-то делать. Ты заденайл вард свой, серьезно? Делать ничего было, что ли? Снайпер, снайпер. Да, ну дай ты пару ударов по лана. Да-да, под расстрелом бабки, конечно. Он на тимбере сентрю сломал свою, вы понимаете? На тимбере сломал свою сентрю. Мы заходим к ним, надо снять их вижен вот здесь, чтобы драться нормально. Он сломал свою сентрю. Он заденайл свою сентрю, чтобы что? Чувак с порталом без ПТ тут вообще как бы... Че отдельно, сейчас его за РП, кстати, убьют. Как вам хроносфера, нормально? Жесть. Че, его убьют за РП? Аппарат чисто спас этого пацана. Просто засейвил на 10 из 10. Все, я качаться, ребят, поехали. Я уже даже по нетросу просил, хотя я мид уничтожил.
Просто будем качаться и камбэкаться, ребят, правильно? Бот в нулище. Топ в хламище. А в мид ко мне приходили еще противники. Знаете, я бы все понял, если бы они хотя бы 2 на 2 проиграли свои линии. Но ко мне в мид дает ТП Гримстрок, а будет ботл бабки, которую я просто уничтожил. А они все равно свои линии проиграли. Как это возможно? Я не знаю. Кого боитесь, блять? Стец. Это Войтис еще сказал, вы помните, да? Который Рубов Корожен купил. На Тимбере хорош бабку запинал. Не зря ультовал в нее. Темпларка там просто на нереальном стильке. На адовом. Ренжу возьму. После его вича будет сочувствовать. Нам уже Vision ставят. Охрана сейчас будет. 2 секунды. Олег, она обязана начните... умирать. Боссим? Ну ты хрона-то поставишь свою, нет? Почему? Почему он не поставил хрона, вы понимаете, нет? Ему же все показали, аппарат собой пожертвовал, чтобы он на войде увидел темпларку. Чё за кринж происходит? Я тебе не хрен, никнейм у чувака. Да стопудово он не настоящий, я не знаю, я не верю. Вы верите, что он норм... ну, типа, этот... матчмейкинг запустил? Стопудово уже проплаченный. Это актер. Это не может быть правдой. Батит команду, смоки купить. Стопудово уже не будет пользоваться. Встаньте тут кто-нибудь. Свободно. Трек кайфовый. Делай коллапс. Никто падает мид. Бам! Сюда. Пошла соляра, ребята. Под именем чисто раздаю. Ты не хочешь забрать? Пойдет. Пларка превосходит. Ну парни, ну хоть один скилл, ё-моё, вот просто фотографы. Тимбер, ну не бойся, пожалуйста. Ну поставь ты хроносферу, мужик, на войде. Ну это просто кринж какой-то. Просто стоит лес, долбит и все. Давай выйдем. Давай выйдем, да, пошли. Пойдем на выход. Он два раза, блядь, кляпнул, что вижен, да, вы все равно идете нахуй. Смайлики пишет. Орбов Корожен купил.
Мужик, ты купил орбов Корожен? О чем вообще речь, я не понимаю. Ты купил орбов Корожен на линию против Магнуса и Виномансера. И потом говоришь, и маску вампиризма. А потом говоришь, что у тебя ПТ нет на 11. Че вообще происходит? Я в шоке. Надо качаться, ребята. Доджить максимально файты пока что. Ну нам нужна хроносфера на темпларку, мы ее убьем. Кинчик, мама. Бабуся отлетает, это хорошо. Вообще пофигу, если Магнуса заберут, уже нормально. Посмотрите, она одна осталась. Посмотрите, вы видите нашего Вайда? Вы посмотрите, что он делает. Он лес долбит. Мы убили всех. Осталось убить темпларку со стриком 30 тысяч миллионов фрагов просто. Чувак лес долбит. Купит час молнии, типа это зарешает или что. Посмотрите, посмотрите, сейчас темпларка всех убьет. Войд лес долбил. Офигеть. Да не, ну не, это точно актер. Он не. Я не верю. Типа это невозможно. Спасибо, что улучшаете сообщество. Через купол ее нужно убивать как-то. Короче, я придумал. Да ты что? Какой он противный еще. Я пойду просто качать. То, что качает Войд, если я буду забирать сам всех эншей, то он офигеет. Особенно вот тут на бот. Не прыгнул в нее, бля, я ж показал, где она. Она меня убила и все. Видел. Не хотел прыгать вот на нее. Вы это слышите, да? Жик, ну нам надо хоть как-то ее убить. Не хотел прыгать в одну ее. Боже, нажмите смог. Пойдем убьем, поставим вард вот тут вот и все. Забираю. Так, ты ее убьешь одну. Сорвешь гадлайк, купишь себе сразу слот. В команде нормальные все перцы, все по факту ему объясняю. Ну давай, ну! Снайпер. Хорошо, наконец-то. Он еще и тут думал, я в шоке вообще. Блинк от бога пишет, он еще вообще, он еще противнику что-то пишет. Это же вообще кринж какой-то. Я вам на секундочку просто напоминаю, что темпларка это керри противника. Сюда. Лут с ханды быстренько отъезжать. И ведь главное пишет. Я вот этого не понимаю. Типа, он пишет в общий чат. Он типа противнику что-то этот еще поясняет. Тихо-тихо, кого ты бьешь вообще, мужик? Вот крипы. Поехали. Сюда, пупсика. Ха-ха-ха! Соляра пошла! Пошла соляра. Офигел просто в нуличе сейчас на гримстроке, да? Скан тут. Прокачиваем.
Инкогнито, здорово, а? В погоню. За кем? Что происходит, не понял. Ну, поехали. Сбрите терзатели втроем, четвером. Они сейчас пойдут забирать. Пробил жестко. Ладно, без шансов. Пока этот перец не на войде. Он, кстати, БКБ этот. БКБ не покупает, он покупает Мьёльнир все. Пока он не выйдет, мы не можем дыхаться. Качаемся просто и все. ТП дала, темпа. Соло развел на порталы, задефал нам бот. Да. Мужики, боковой это ФК вообще не подставляйте. Собейте болт. Типа пройдет драку, подеремся, а так, ну просто не умирайте лишний раз. Трек кайфовый, кстати, мне нравится. Рчит на то, а? Че, не умер, что ли? Заебал меня. Мужик, а как еще должно было быть, я не понимаю. Бей духа, пожалуйста. Ну где наш Войд? Ну почему он не пришел до сих пор? Нужен купол. Ну поставить купол на нее, она же не уйдет. Войдик, приди, пожалуйста. Я не понимаю этого. Я вообще в шоке. Просто нету этого перца на войде. От него одна кнопка нужна. Он поставил сейчас хрон, если что, соло на темпларку. Нас вся команда противника избивала, мы все равно их выиграли. От него вообще надо, ну просто минимальнейший минимум. Быть чуть полезнее табуретки. Все, уже готово, уже победа. Поехали, рапиры. За мной, пацаны, пойдем, что покажу. Так, еще рапирочку и пойдет. Ну, я даже не суюсь, я тут все зафармлено уже все. Иди с командой играй, я тебя заставлю. Ну, видите. Идите оттуда. Почти хлопнул. Мой. Самый. Проверяйте. Ваншот. Текс. Здесь 4 минуты никого не было, офигеть. Снайпера стоит.
Поехали сюда. Там делать ничего. 5 вардов, кстати, у него, нифига себе. Надо нейтралку сейчас на экспириенс взять. Нейтралка, рунг. Квивер, имба. Я бы КБшки, если можем пираться. Ну, мои парни. Нормально. You've heard about me. Труп. Сюда. About me. Ну, если мы не будем ничего делать, вот у нас сейчас есть купол, есть все просто. Если мы ничего не будем делать, мы проиграем. Потому что рано или поздно противники поймут, что все, что им надо делать, нажимать ПКД смоки и давать меня РП убивать, все. И парень на воде ничего не сделает никогда. Здесь везде могут быть эти ловушки, темпларки, ничего не видно. Готов. Готовченко! Поехали. Чё, дальше-то пушим? Магнус встал. От души за этот момент. Погнали поверху, ребята. Не фармлю особо, но я очень аккуратно двигаюсь, ребятки. Безопасности только в смоке чувствую, если что. Я убил двоих. Где хроносфера, где БКБ, я без понятия. Я вот, понимаете, я вынужден, типа, ну, я слежу за своей игрой, да, чтобы импактить. Как он хотя бы в теории умер, не потратив ни хроносферу, ни БКБ? Я не понимаю. Я убил двоих во время файта. Чувак просто умер, не нажал ничего. Как выигрывать? Это дефолт моя игра на снайпе. Понимаете, просто я говорю, ну, рано или поздно наступит момент, когда они меня поймают с рапирами. Невозможно, ну, типа, идеально играть бесконечно. Их банально пятеро, да, а я как бы соло. Я почти бабку убил еще. Ну, поставь ты хрона на нее, давай. Оставь фарм нормальному керри. Готов. Сюда второй рапиру. Последнее слово. Конечно. You die. Yes, your fate is on. Вообще пофигу. Третью рапиру в ряд, погнали. Твой стан пиздец как понадобится. Какой стан? Я ваншотую. Ты вообще здесь? Купи аганим, снайпер, твой стан понадобится. Он шутит или чё? Я ваншотаю. Стан чего? Кого? Герои не выживают после моей ульты. Офигеть, не встать. Чё здесь парни вообще делают? Я не знаю. Не понимаю, это точно 10 ММР или как?
Темпларка потом по миду заходит уже. Чисти кто-то деф. И он на воде ушел, нет бы пойти хроном поставить, он а ушел просто. У меня лень бегать, просто так. Лень бегать, говорит. Я не знаю, играй лежа, лень бегать. Один человек просто опять тп-шек убивает. Класс. Жесть, кто у меня в нагере? Есть смока нажать или что-то? Еще такой голос, да, как будто ему все должны просто. Есть смок, подойди к нам, пожалуйста. Брат, дай ему смок. Подрошана играю сейчас. Пусть берет, мне не надо. Мне это даст плюс 150 урона к тычке, но пофигу, типа. Хотя, может, кстати, плюс 300 дало бы. Сейчас ульту закину. Труп уже, ну труп. А, понял. Очень страшно. Сбейте мы просто, блин, на Магнусе и все. Я под бортом иду. Nope. Он на себя ветра нажал! Он на себя ветра нажал. Нормальная тема. На себя ветра жмакнул. Пойдет. Все, выйдите. Вершана убивать, станцию. Может инвиз купить себе? Я вот думаю. Чисто для позиционки, пока драки нету. Блин, как будто бы фуфло. Они ветра себе накупили. Чтоб я не мог разлетиться нормально. Ну хроносфера! КД, ладно. Поставь хрон. А, нету хрон. Но она умирает, должна на темпларе. Понимаю, снайпер где-то гулял. Да-да, братан. Ладно, встал, мы решал не заберем. Скорее всего, стоит. Он в топе. Иди заберем, конечно. Инвест норм, да? Пусть берет на войде. А сентрика нет подставить. Трапа может стоять. Сейчас просто все полежим тут. Его возьмите. Сыр, дать тебе снайпер? Минкинсфера нет. Надо инвиз выбить, ребят. Надо идти по топу. Смит пропушен, он там парк просто снесет. Мид полбути Т2 бить это. Шрапнели буду заряды брать. Ну где нейтралки-то, ёпрост? Туру-туру-туру. Камчатка поздравляет с Новым годом! С Новым годом, Камчатку! Так, бендик сейчас продам. Я даже квивер не особо хочу на что-то менять, если честно. Слишком классная шмотка, на самом деле. Ту-ту-ту-ту-ту.
Что здесь Трикстер? Блин, Трикстер так тоже прикольно. Пона нет уже, все. Что, го просто хг? Почему мы не заходим, я не понимаю. Почему он на воде здесь? Почему мы не заходим? Линкин сфера. Там две линки на корах получается, правильно? Хорошо. Что, мы идем, не идем? Ветра когда должна быть? Готов. Просто в соло вытаскиваем. Линку сбейте ему, я его ушатаю. На выход. Инвиз зарешал, ребятки. Let's go! Давай сюда. Че, еще одну рапирку? Или аганимчик сейчас можно купить? Раз они там затарили ветров, чтобы быстро заряжать, быстро выпускать. Поехали. Как будто просто две рапиры хватает так-то, по большому счету. Let's go. Подпушиваем, качаем. Три, два, пять. Мой керри. 3-2-5. 40-я минута. 42-42. 84 убийства сделано на карте. У моего керри 3-2-5. Из 84 он просто побыл рядом с 8, понимаете? 84. 8 он побыл рядом. Это как вообще? Я не понимаю. Зато у него все виноваты. Тоби Учиха, спасибо за еще 150. Спасибо за мудочку большую. Зато в чат пишет, противнику пишет, нам пишет. Ругается, ведет себя надменно. Как вот люди такие вообще получаются? Наводчик укажет мне цель. Жесткий костер. Чуть-чуть не хочется, конечно, Мэлшторм продавать. Крупным калибром. Пусть он берет 25, у меня есть уже. Хотя, с другой стороны, фига мне Мьёльнир. Поехали. Конечно. Готов, Чинка. Он нажал все абсолютно, ему надо уходить. Это ужасная позиция, здесь невозможно помочь, потому что вот здесь вот потенциальный вижен. И сюда вообще спускаться нельзя. Мужики, надо Тараску до фар.
Ничего не можем. Зачем мы глиф нажали? Это даже не первая наша Т3. Разменял. Holy shit, мне сказали, как я хорош. Чего он здесь бегал? Я говорю, опасная зона. Вообще пофигу, пацаны качаются. Игра фул на нас, как вы понимаете. Если я умираю, без шансов сразу. Для команды. Оставь сюда, опс. Я же ушатаю сапиков на подходе сразу. Они прям паровозиком туда идут умирать, я не знаю, как это назвать. Этот, кстати, выжил, молодец. Вот Мит Ренджбарак убил. Кнопки жмутся нормально. Он пишет в общий чат противнику, что у него кнопки жмутся. Что да, мы? Нажал, что? У меня кнопка не нажалась, говорю. Ой-ё-моё. Ничего страшного бывает. Кнопки жмутся, говорит противникам. У меня кнопки жмутся, у вас не жмутся. Нас не катает. Take this all away. Как скажете. Гороша напер. Вижу цель. Инвиз хорошее решение, я думаю. Я, кстати, могу обудить инвиз, если что. Вы понимаете, как? Я могу купить сильвер и тычку из инвиза. Ну, я, в принципе, могу после каждого выстрела давать тычку из инвиза дополнительную. Но просто это лишает мне, собственно, невидимости. Так, в целом, схема-то рабочая. Есть там Роша? Спрятался. Они без там. Ты вообще в лесу себя. Так, а есть Роша, не? Роша гоним. Ты бить-то будешь на воде его, нет? Слышали нас. Попробуй, блин, конец на Магнусе. Нормально, да, шрапнели раскидал? Классно, когда реально 9 штрапнелей, можно раскидать так, что без шансов для пацанов подойти и этот, что-то сделать. С блинка войти просто невозможно становится. Умом. Тысячу урона с руки просто, каждый крип по одной тычке. Фу.
Че, где саппортики-то? Вот так надо двигаться. Тут везде трапы что могут быть. Надо за аппаратом бегать. У него этот есть гем. Ну же гем, да, все еще, все правильно рассудил, да, да. Может, он в инвизе стоит? Гемом. Или что там? А как ты это был-то? Как это возможно? Ничего не понял. Че купишь? Минуты, Айгис. Ну, тут со мной только что нажали. Вот здесь надо чекнуть, я не пойду никуда. Хорошо. Вот тут надо чекнуть. Страшный пипец. А поесть. Сон снайпере показать могу какой-нибудь. Тот умер. Он под аппаратом был. Надо отхилиться немного. А чем мы шли-то? Сатаник есть, все есть. А Айгис, точнее. Сейчас, только не нападайте. А, там снипки это. Копируем. Я понял, в кого прыгать. Чем они сюда могут вывести, на позицию менять? Ой, боже. Я не стал ее. Нифига он БКБ ужарил просто так. Мид барак упал, нормально. Да, я бы отошел, у меня ничего нету, ни хрона. Ага. Рефрешер надо. Че, ну водяра ушел, надо тоже уходить, поехали. Аганим надо схавать по-хорошему. Вот так побегаем. На это копим, поехали. Нормально, нормально, отстрел идет. А что ты огонь не ешь? Я не знаю, вопрос, конечно, из ряда, а что ты не живешь там в небоскребе, в 10-комнатной квартире? Инхаус на 5 этажей. Но денег нет. Почему огонь не ешь, говорит? Опа. У меня БКБ есть. Блять. Как будто фуфло, да? То есть это нормально, хрона-то есть. Магнус обязательно. Хрона мог поставить. Вижен там стоит. Он стоит. Можем пойти сейчас. Терапир есть, есть слот по четвертую. Работаем. Поднимешь? Били бы. Следую наводке.
Главное за гемом идти, ребята. Главное за гемом двигаться. Он не будет увозить нас бесконечно хуй пойми куда под расстрел снайпер. Все по факту говорит. Любому надо уебать этого снайпера. Снайпера Магнус. Блин, я че его типнул, а он меня хочет это самое, да? Я понял. Как скажете. Да. Рукой дара нет. На, показывай противников, мужики. Я в позиции. Мы заходим, нет? У нас грибы по миду идут. Гем потеряли супер проху. Кинул туда. Кинул ульту. Он успел поднять себе ветра. Нам нужно уйти, а не так нужно. Я сдох, ладно. Я не могу так. Че, на 5 ветра себя поднял, что ли? Нет, просто выжил. Сторона и уйди не сам. Выйти, выйти. Мисс выпал, не смог добить сторону. Там 3 места выпало. Нельзя оставаться. Рапиру потерял труп. Вы видели? 3 места выпало по бараку. 3 места выпало по бараку. 3. Жесть какая. Гем взяли у нас, да? Окей. Плейлист не могу скинуть, ребятки. Это рекомендации просто Яндекс.Музыки. Что там скидывать-то? Ну где ты на некрофосе? Хоть бы что сделал. Нормально, да, я с руки отпинул пацана. С 3 выстрелов почти. Как же мы идеально играем? До сих пор ни разу не умер, жесть. Кто-то может в это поверить вообще? Ага. 56 минут идеального геймплея. Заказ принят. Бабка с диваном. В NV вдруг смоках на меня выходит. Импларка тоже рапира. Блин, рапиры точно больше покупать смысла нет, я с них соберу еще. Лайкусик композиции поставил. Кайфуем. Можем Рошана уебать. Пока хочу, ребятки, срочно купить себе этот. Как сказать, апнутый сильвер, потому что он кдшится быстрее, я чаще буду в инвизе. Пожалуйста, здорово. Спасибо, Кулайт, тебе всего хорошего. Вообще не выводит эту Рошану. Пойдем покажем, как надо Рошу бить. Бам-бам-бам-бам. Это я купил. Я блинк бы, может, взял, кстати, next. Я могу с инвиза подойти, разрядиться и отблинковаться. Такого примерно плана геймплей.
Гем есть у него, да? Да, хорошо. Близко стоит. Начинаем ветра выбивать потихоньку с пацанов. Опять ветра. Наколупали с этими ветрами. Это, кстати, айон диск. Но я не даю напасть из-за штрапнеля. Айон диск прокнулся. Ну у тебя же хрона, две штуки, ну поставь ты хроносферу, черт косматый, полосатый. Ха-ха-ха-ха! Поставил, блин. Там все байнулись, надо выходить. Поставил хрона, братан, на воде. Жесть, а не игра. Улучшен недавно, спасибо за 150. Классную музычку воткнул нам. Спасибо за поддержку, раз что заряжен. Так и надо, только заряженными в Новый год входить, правильно? С кем играем, конечно. Да, детка. Да, детка, это оно. Вышел Влайд на снайпере, давай. Только нам сейчас насыть в сторону будут. Этим особо ничего не сделаешь, да? Или не будут? Боятся? Меня одного боятся? Вообще правильно делают, на самом деле. У всех Линкин сферы. Куда он пошел? Типа на что расчет, я не знаю. Там у всех куча Линкин сфер. Мужик, нечем сбивать. Yeah. Купите чем сбивать, ё-моё, почему я-то должен этим заниматься? Цель обнаружена. Линзу куплю тогда, я буду пробовать сбивать как-то. Игра через ноль ошибок, ребята. Ты же ускоряет, когда иск используешь, да? Да. Ну чё, без бая? Эту. Как скажете. Заметит. Переложил, короче. Задержка с ней 15 минут, почему? Задержки вообще нету. Блин, мужик вышел в лейт на самом сильном герое в лейте. Просто на войде, понимаете? Он вышел в лейт, у него есть предметы. Я не знаю, почему до сих пор просто не поставил зихрон, и мы игру не закончили. Я за хрон чуваков расстреливаю, все, ГВП.
Чего вот мы сейчас ждем? Вы можете мне объяснить? Чего мы сейчас ждем? У них не было Магнуса, который без бая. У нас у Вайда есть Хрона, есть БКБ, есть рефрешер на это все. И чего? И чего мы ждем? Я не понимаю. У него, кстати, мом на 60, да, точняк. Здорово, спасибо за 100. Мне с третьего кейса выпал ВК, что можешь об этом сказать. Так у тебя ник Габен, конечно, выпал. Всегда так было. Mirror Shield на нем. Линкин Сфера, Mirror Shield, Ion Disc. Говорит, ты меня больше не ультанешь. Но это язык фактов на самом деле, он его выбрал. Это язык фактов. Могу, у них баев нету, у нас бай есть. Зашел в последнюю катку перед что сном. Бай, наверное, буду оставлять. Не сильно ничего так глобально не изменит. Ты можешь брать? Курица летит снэпки вот тут. Она похожа. Ну сбейте Линкин Сферу кто-нибудь, как-нибудь. Черт возьми. У него гем? Надо за ним ходить. Я начну. Они купили 5 Линкин Сфер, понимаете? Мне снэпка нужна. У этого чела вообще 2. Там парка пушит. Опять мисс по бараку. Сюда лут. Четвертой мне и не хватало, поехали. Ни одной хроны до сих пор не поставил, мужик. Просто ни одной хроносферы до сих пор не поставил. Я не знаю, как это комментировать. Ноль хроносфер. Мы уже успели убить темпларку, выбить байбек, убить еще кого-то, выбить еще байбек. Мужик до сих пор ни одной хроны не поставил. У него рефрешер. Чего он ждет? Вот это хорошая хрона. Ульт, да. Я туда ульт кинул. Мой брат. Хотел Линкин Сферу, я его с руки просто ушатал. Постараюсь больше не это не скликать. Все легкое. Легчайшая победа просто. В моей жизни. Нормально, нормально, побахали, пойдет. Раздали стелька. Фу. Не проигрывающий, очевидно, МВП. Серия из 23 убийств, на секундочку. Серия из 23. Квест пройден. Уровень снайпера подняли. 6-5. У меня керри 6-5. Хардлейнер 9-15 просто. На каком же скилле нереальнейшем мы это вытащили? Темпларка, кстати, на одну смерть хуже, чем я. И 3 ассиста, но он старался. Бил через 4 рапиры, а что ты сделаешь? Не контрится, еще и стигвин-дезолятором сверху шлифанули и все. 72 тысячи урона. На войде 22 тысячи урона. Часовая игра, часовая игра. У него 22 тысячи урона.
Мы час играли в это. Он купил себе Мьёльнир. С момом. 22 тысячи урона. Ошалеть не встать. Я единственный, кто свою линию ровно поставил. Посмотрите на это. Это противнику еще приходили на помощь. К нему приходили ботл рефилили, когда у него было 0 ресурсов просто. У меня пацаны все слили свои лайны. Я единственный ровно постоял. И посмотрите. Ну это жестко, конечно, да. 10 раз Гримстрока убил, 9 раз Виномастера. Ну пацаны, 4 линьки на сферу у противника, понимаете? 4 линьки у врагов, 4. Против одного меня. Им на эту косу Некрофоса вообще фиолетово было. Просто 4 линьки взяли. Мужик взял на саппорте Mirror Shield. Знаете, там столько шмоток полезных на саппорте в пятом тире. Он такой Mirror Shield. А главное, чтобы снайпер это самое, не туда-сюда. Фух.